Побежали убивать. Побежали унижать. О, Пуха, это я. Мы чё, в союзе? Или чё? Давай посмотрим. У нас четверо, да? Ой, блин, я... Я не написал, ладно. Какая разница? О, я нашел вход в здание. Я... Чайники писать. Игры. Консоли пишешь, С и пишешь. Можно Y нажать просто и писать. Ой, извиняюсь. Я сюда сперва выследил, а потом подумал. Я смотрю, у вас... Вы любите такой стиль? Да. О, тут пулемет есть. Да. Там кто-то бегает, на втором этаже. Блин, два раза появились. Аллах, Акба. Офигеть. Надо под нашиды играть, кстати, в FPO. Да блин, они ж звучат уныло. Ты чё, прикалываешься? Нашиды звучат уныло? Нашиды — это самое крутое, что придумал человек после крестовых походов. Ой, извиняюсь. Где Гаус находится? Понятно. Не, на самом деле у нас задача сложнее, потому что у них больше мест, где можно получить фраги, чем у нас. О, я вижу пылесос. Тут есть пулеметная точка, народ, тут дот есть. Ты... Может, здесь схоронимся? Джон, ты, кстати, я заметил последнего, и перед этим тебе дали свечи, а после ты еще до него убил, как. Ой, какие они непредсказуемые. Ой, у меня одна копейка. Кто так вообще делает? Ну блин, я не знаю, что ты оказался прямо перед... Убей меня, кто зашел в дыру? Кто зашел в туннель? Я сзади, убей меня. В пещере бегает. Это свой. Ой-ой-ой, он заминирован. А давайте минируемся. Давай чисто лабораторию заминируем. Да все заминировано. Чтоб повсюду были одни мины. Нужно определить, где находится респа, и заминировать респы тоже. А все респы? Да. И не умирать. Пылесос тоже надо заминировать. Ой, а ты прикинь, как будет? Ты одного убьешь? Он респанется в одном месте, потом респанется в другом. Отойди, вверх поднимайся. Знаешь, что фишка? Тут все заминировано. Нам не выйти, да, нам не выйти. Ой. Чувак, ладно, можешь меня убить, если хочешь. Опа, прикол. А что ты говоришь, что ли? Нестри, я просто взял и ваншотнул чувака в бошку из револьвера. Ну блин, в бошку-то еще попасть надо. То есть револьвер не такой отстойный. Во второй хлове, например, в точке револьвера вообще... постоянно контролить. Может, давайте бить. Улицу контролить, это норм, я считаю. Вот, давайте с домика, короче. Бьюти. Это площадка на наша. Ну там пробуй на меня запрыгнуть. А, да, здесь. Там кто-то стреляется где-то. Ой, я пойду пулемет это захвачу. Это наша точка. Надо еще ставить бомбы и растяжки так, чтобы нельзя было их убить оружием прямого действия. Почему автомат без... Гранат треснулся. У меня две гранаты есть по ствольнике. Вообще нужно держать точки, где есть какие-нибудь хилки и что-нибудь такое. Около домика есть. Как? А во, всё. Алла Акбар. Там... Сверху это потому что ствой. Джон сверху на доме. Мне пол хп снес. Точнее даже больше, у меня 20 хп осталось. Подолить? Подожди, я что-нибудь придумал. Вообще нужно найти место, где находится хилка, и ее удерживать. В домике уже бегает враг с дробовиком. О, он за пулемет встал этот. Кефир. Кефир за пулеметом, это вообще не подарок. Странно, конечно, звучит кефир за пулеметом. Ну, ты просто не знаешь, кефир это, короче, не будет. Вот, тут кефир. Я убил, я снял кефира. Прям как и сам Бен Ладена снайперы сняли.
А сам Бен Ладен не был кефиром. А, нифига. Он был муртадом. Эй, кто поставил лазерку как раз перед тем, как я выходить собрался? Это вероотступник, короче. Это хуже еще? Ух, хз. Ну ты бы чё, кого не верник больше бесил или вероотступник? Не знаю. Ну, наверное, муртады-то, типа, они могли, но они ослушались. Вдали бегает ублюдок. Профессор бегает. Вдали. Я наблюдаю за ним. Кефир бегает вдали. Где? Что тут вдали? Ну там, где небо не бесконечное, за песками. Ну рядом с будкой с пулеметом. А. Там муртад бегает. Вот, вот тут? Да, левее. Там кефир. Тыгбир? А вон я вижу его. Вот как ты стал за ним? Тыгбир. Это кто? А это. А я уже не помню, Вол. Ну там, короче, две фразы, короче, Аллау, Акба и Тыгбир. А, это типа убивать не этих кафиров получается. Так, везде мы заминировали. Пещера. Домики враг. Валера. А еще тот, кто не делает тагбир кафиру, сам кафир. Вот я что могу сказать. По последним данным. Кто-то крапкается по лестнице, я слышу. Это я поднялся. Я на доме. Так вот, пусто. Тихо. Оп, вижу. Там наверху один ублюдок. Че там в 2015 году? Иди сюда. Не стреляй только на крышу. Там еще плеер один появился какой-то. МП3. Как человек как-то слушай, никого не видно. Да нормально. Плеер один нуб. Вообще чисто говорю нуб. Так это ж веселее. Давайте его в рабство захватим. Муртад. Кто-то отрядом отреспался. На крыше свой. За ящиками. За ящиками есть кто-то? Я уже убил. За ящикой. О, блин, тут такая клевая локация есть. Кефир за пулемет встал. Не, вообще карта красивая, я считаю. Как думаете? Нормальная карта, вот это нормальная карта, не то что прошлое. Ой, я кефира убил. А, нет, позапрошлое. Прошлое вообще крутая была. Че? Мне так тут мало. Половина. Тебе будет меньше. Ой, я еще одного кефира убил. Я тоже. Я. Я третьего кафира убил. Ой. Что тут кафиров развелось после? Кафиры в лаборатории. Кемпират. Пацаны, где все они пишут? В лаборатории. Ой, еще один. В домике кафир. Ну, тут... В домике. У меня в лаборатории пока. Сзади. Кафиру, кафире смерть. Блин. А вы что друг друга это гости? А, это. Стой. Троих. Читайся. Врага слишком из себя. Что, нормально. Ты в лаборатории, значит? Да, понял. Здесь кефиры обитают. Это я. Мы как правильные муджахидины будем карать муртадов. А ты чё, урод? Кефир обнаружен в лаборатории. Убит. А где лаборатория под землей, да? Она в домике. С домиком кидаешь в лаборатории. Наверное, они уже на улице где-то бегают.
Да, они на улице бегают. Один у пулемета. В домике. Ладно, в домике мертв. Я застрелил в затылок, как... Не, на самом деле, это не ты же стрелял. А, да? Да. Я тебя пиздил. Я думал, что я его застрелил. Но я ему, ладно, выстрелил в затылок. С затылка нужно монтировку высадить. Кефир на улице. Так как меча нету. Прогноз на ближайшие полчаса будет пролита кровь. У меня 13 хп, но я не боюсь смерти. Черт, я умер, но не убил Кефира. Нет, реально сейчас надо на шит какой-нибудь включить, а то вообще без этого. Ну это вообще... Это блин. Ты что, прикалываешься, что ли, в 2015 году не слушать на шиты? Там какой-то хрен ливнул. Тебе всего два осталось. Два хрена. Два крепила. Я пока в углу кофе прячусь и включу себе кого-нибудь на шиде. На крышу можно замыть? На крышу стоим. На шид. Звон клинков. О, звон клинков включи. Короче, как, тут труп залагал. Коллекция лучших бесконечно колбасить. Короче, включил коллекцию лучших нашидов 2015 года. Рашидов? Ну сейчас под них как погнали. Надо их искать сейчас на улице, короче, и в тоннелях всяких. Как крысы вот сидят. А чё, прострел через стенку не действует в доме? Прострел чего, Гаусса? Пулемета. Нет. Только Гаусс простреливает тут. Насколько я знаю. Сейчас, возможно, ошибаюсь. Ну, крайне, я не пробовал простреливать чем-то другим. Кстати, улицу остался держать один... выгодно. Остался один кофей. Нет, там Супермен какой-то, GSM. Тоже кофей. Ну, флеер еще есть. Только что подключился. До пылесоса, так понимаю, не достучаться. А пылесос не стоит на оружие. Ты можешь с этой слабенькой запомнить или... А, да, кстати. Или меня может кто-нибудь подсветить. Или же факт. На наркотики. Вот там еще один чувак появился. Так, свой. Покрасим. Вот хитрый кефир. Чефир. Вау, у тебя такая стена. Так, кто-то бегает в домике, видимо, судя по звуку. Это был я. Так, а у меня отобразилось? Я пытался отвести ракету. Че говоришь? Отобразилось то, что я написал или нет? А, да, так я не успел прочитать. Вообще сейчас. There is no God except Allah and Muhammad his prophet. Ой, пости. А почему-то у меня не ображается, я не вижу. А ты можешь, кстати, бинт сделать на сей, то есть ты будешь нажимать эту кнопку, у тебя будет автоматически. Нажимай, просто нажимай. Иди. Не, я украл вас. А, нет, я убил Джона зачем. Прости. Где кофир? Густаво фрик. Не, я сейчас пойду чем-нибудь. Слышь, Джон, на... Ой, блин, да ты где? На Y нажимаешь просто. Ага. И... Охренеть, передо мной чувак попал. Как назло. Тупо монтировка, всех убивать надо. Красавчик. Тыны, у меня халва лагает. У меня комп слабый. Интересно. Тихо-тихо. На поле кофир будет. Блин, я забыл включить. Че ты? Нет, прицеливание у ракетницы. А тут нельзя вставлять текст почему-то. Ты можешь в консоли ввести команду say и туда вставить текст.
Вот я так и делаю. Да? Да кто меня перестреляет? Я просто по дому стреляю. Ёлки-палки, уже третий раз, наверное. Прости. Побался, бьет пулемет. Как ты за пулемет? Это я сейчас за пулеметом. Ну давай, не стреляй по крыше дома. Да я испугаюсь. Слишком длинное сообщение, оно исчезает очень быстро. Чё? А там? Ну кто стреляет из домика? Кто это был? Там Юрич сидит. Там Юрич? По-моему, да. Я сейчас проверю. Да, это он. Эй, за что? Я тебе что сделал? Ты на меня монтировку угрожал. Ну блин, я тебя не стал бить, я бы тебя убил, если бы хотел тебя убить монтировкой, серьезно. А, да, ну ладно, извини. Я просто хотел проверить, вдруг там кофир. Заза. Кофир в домике сидит. В домике сейчас спустимся. А ну, нет, не в домике, стреляет, а в лаборатории. Юрич, не стреляй по крыше. Крыша всегда... Кофир отожрался, у него есть, короче, бомбы всякие. Меня зомби убил. Убил мортяра. Я убил кого-то зомби. Но там кофир еще очень обожранный бегает. Что делать, если тебя убил зомби? Ну хорошо, что это был не кофир. Ну лучше, чем кофир, это точно. А еще он есть, видишь? Ой, я кефира вижу. Еще что-то видишь. Фишка есть у них. Если их типа... Кто-нибудь, ну какая-нибудь женщина убьет. Ой, лол. Извини. Но они не попадают в рай. Лол. Поэтому, типа, с ними эти воюют. Кофир в доме. Женские эти. Дивизии. Не дивизии, а как? Отряды. Лол. Куртки. А кур где-то там? Это другая какая-то... Племя. Не, прикинь. Ой. Кстати, убей меня, убей. Я... Вот а ты чё, кстати, я поменял? А ну, потому что кефир убивает, так ты еще в рай не попадаешь, это видите как обидно. Черт, ты сам себя запер. Я из арбалета с крыши, он остановился, чтобы стрелять мне из пистолета. Гениальный шаг. Вообще. Народ! Ну что можно ожидать от кефира? Что? Что? Меня кефир убил. Кофир бегает в лаборатории. Извиняюсь. Да с кем не бывает. Смотреть чего? А где арбалет лежит, напомните? Не помню. А... Вроде в домике лежит. О, нашел. Кстати, чего так вот касаете, как будто бы вас убивали? Так что кофиры наглеют? Нет. Почему автомат не перезаряжен? Кофиры беснуются. Каждые пять. Ты я в говно. У меня под скола закончилось. Калибр. Урод. Где подстрелы? У домика. Ой, у пулемета. А еще за ящиками. За синими, красными синими. Ой, я нашел Гаусс, еще один. Клево. О, муртад, муртад. Муртад в будке с пулеметом. Уничтожен. Извини, я думал, что там до сих пор муртад.
тут, кстати, ливнул этот, который две карты играл. Я, кстати, видел в трейде, там какой-то чел писал, что он поставил себе на звонок. И как, успешно? Чего он поставил на шип? На звонок. На звонок себе. Не хочешь поставить? Нет. А чё, какие на лекции звонит? Ой, я ещё, блин, я как... Ты каракатица? Свой. Он же хер. А? Я как шахид тебя подорвал. А шахид что значит? Мирник же, понятно. Ну мало ли, может, он. Типа, не просто с мирником. Чувак шикарный. Шикарной грудью. Ну, типа того. Хохол в the game. Хохол. За какую голосуем? Killbox 6600? Газворкс не надо, она слишком большая. А, вообще страшно. Давай за первую. Давай. Ну, Газворкс, она все равно прикольная, на самом деле. Не знаю, что она херовая. Мне не нравится. Я вообще люблю. Ну, конечно, там бы оружие побольше поставить. О, Мурта сзади. Почитай пока про Муртаза. Кто там? Выходит... Опа! Зомби к пулемёту идёт. Там нет его, Джон. Да, его Джон. Слышь, Данёк, ты лучше спрячься в другом месте. А то тебя... Убивает? Ну, скоро убьют. Да я сейчас... У меня, кстати, 6 кп, меня пристрели. Убейте меня. Кто-нибудь убейте меня. По дворе напротив пулемёта. Да ты что делаешь, Вася? Ну я думал, что там Данил бегает, я решил вас убить. Всех убить. А что бы. Как называется, если, допустим, какой-нибудь кофе гасит? Убивает Муджахидина? Да, да. Это харам. Ну это что значит? Вообще харам это грех или что-то типа того, насколько я понимаю. Ну да. Не добежал долго. Сахи захотел. Что происходит? Неужели кто-то поменял? Нет, не поменял. Где закемперить можно, чтобы... На крыше домика. Да, я вам занял пулемет. Нет уже. Ну блин, я бы его убил с монтировки, если бы ты не убил. А что не убил? Я ладно, пока кефиров поищу. Да вот кефиров все загасить. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. О, да я царский, 29, 3. Не, ну ты молодец, ты мало раз умер.